Дивноморская. Что-то сразу не стал снимать. Не знаю почему. А, ты снимаешь, да? Да, да так. Чуть-чуть снять. Ой, да. Где в Анапе, да, я сейчас был выкинем. Если не знаю, где. В Анапе так вообще пизда. У меня одной мусорки нет. Цены не очень дорогие, я даже дороже торговал. Я вот все, что они продают, я всем этим торговал. Кроме футболок. И шорты были, футболок не было. И одеколонов не было. Панамы были, рюкзачки плюс-минус, шапочки были, ножики, ведерки, вот эти автоматы. Вот это все было. Черепашки были, вон черепашки продают. Черепашки не было. И бейсболок не было, а вот эти все брелки, игрушки, все было. Вот хочу еще научиться косички плести. А. Мне кажется, это когда-нибудь пригодится. Вот такую косичку ты бы хотел там заплести? Ну, под юбкой у нее смысл. Одну косу просто сплести, а? Прям сплести с головой. Понял? Так сплести там и там. Я понял. Нет, так бы не хотел, чтобы... А я бы хотел, скорее всего, просто попробовать. Вот. Особенно внизу плести, я думаю, да, не очень рюкзачки, чебурашки вообще прикольные. Не, ну это после этого как вышел, да, вот это новый чебурашка. А ты смотрел его? Нет. Посмотри. Вышел, просто. Я смотрел. Пошла эта атрибутика вся эта, блядь. Да. Чебурашки новые. Они розовые бывают. И чебурашку... Это столовая, а, вот она. Да не знаю, может быть, не так выгодно стало. Не-не-не, ну как не выгодно? Просто я что-то, я думал, как... О, пивная из СССР, прикинь, пивная. Тогда потравился, я думал, как это. Я вернусь! Начало 18.00! Пьяный будет выше! Чебурашка обратно стоит. Вот они, конечно, круто там встали, вот прям на набережной, вот со всей той своей штукой. Просто колбаску, ой, курицу. Разморозилось. Вот тут вообще крутое местечко у них. Интересно, сколько вот такое? Давайте, тут раньше ничего не было. Потом no. Недавно тут махал. Тут реально больше это людей, чем в Геленджике.
Только, конечно, зря ты это... Чего-чего? Блядь, а где бы нам сесть? Прям поменьше тут народу. Поменьше народу? Может, дальше просто прогуляемся? Давай искупаемся, да, и потом... Да что-то дохуя их. Пошли нахуй отсюда. Ты не похуй, да? Не знаю. Пойдем обратно тогда. А куда? Ну давай до конца вот чуть-чуть. Нет, вообще, вот, вот там вот видно, видишь, мало есть пятак. Тут открытое море. Как бы как заезд в город. То есть вот там, где прям Дивноморская написано. Живот, да? Ну, блять, я был... молодец, я тебе не говорю. Я не думал, что не собирался ехать никуда, собирался идти домой. Ну, и когда потом раз, думаю, вроде нормально, думаю. Ой, да какие они молодцы. Собрались здесь, стоят. Что, тут немного? Да не знаю, блядь. Ну что дальше? Мы там до Геленджика дойдем, там понадобится. До скалы Геленджик был. А, круче Геленджик. Так. Ладно, надо перекурить. На скамеечке. На скамеечке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дивноморск. Она раньше вот тут стояла. Ее почему-то туда спустили. Такие вот дела, ребята. Жарко, сильно, прям очень.